Аким города Баужан Байбек поздравил сотрудников департамента госдоходов с профессиональным праздником. Глава города отметил, что Алматы ежегодно лидирует по количеству налоговых поступлений в госбюджет. Только за прошедшие 6 месяцев город перевыполнил план по налоговым сборам на 73 миллиарда тенге. Из теневой экономики алматинские фискалы вывели больше 34 миллиардов тенге. На эти деньги было построено управление госдоходов на Орозбайском районе, приобретен спецтранспорт и необходимая техника. Наш город занимает ведущее место формирования доходной части госбюджета, обеспечивая более четверти всех поступлений. Благодаря успешной работе департамента госдоходов прогнозные показатели по сбору налогов растут из года в год. Несмотря на кризис, как вы знаете, за 7 месяцев годовой прогноз госбюджета уже выполнен на 62%. За последние годы в 4 раза с 10 до 40% выросла доля налогов поступлений от сферы МСБ.